Привет, дорогие мои! Добро пожаловать в «Отличная шерсть» и добро пожаловать на встречу. К очень милой инструкции по обручу. Я покажу вам все это сегодня очень просто и легко. В плотных петлях, очень компактных, в настоящей, красивой, яркой шерсти, также относительно быстро сделано, с резиновым шариком, с большим крючком для вязания. И, конечно, я покажу вам, как это делается и какую шерсть я использовал, которая здесь так красиво сияет. Очень-очень весело. Сегодня снова пряжа от Teddy Neon Party. 100 грамм, 46 метров пробежка. Так что действительно довольно коротко. И у нас есть... Мы получили это здесь за 3 евро для сень 8 игл. Тогда мы я бы действительно был восьмеркой. Строгие. Вариант вольфа. Процент полиакрила. И всего. Очень ярко. В неоновых цветах, как уже говорит имя. Я собираюсь сделать из этого ободок. Для этого ленточная мера очень удобна. Просто измерьте окружность головы. У меня здесь действительно есть такая, которая можно измерить в кругу. Затем это крепится здесь. Здесь отсутствуют первые 6 сантиметров. Нужно всегда быть осторожным, когда вы используете его таким образом, иначе это будет так удобно, и вы можете это растянуть. И тогда можно просто... Здесь можно затянуть с помощью булавки. И он достиг именно того размера, который вам нужен, когда вы прикладываете его к голове. Субтитры сообщества Амара. Супер мило. Сейчас я бы делал на окружность головы. Вяжите примерно 54 сантиметра. С повязками на голову вы всегда можете уменьшить все на 1 или 2 сантиметра. Тогда они... Это тоже красиво. Итак, что мы делаем? Я начинаю сначала. Метку можно на самом деле оставить. Сначала я постараюсь найти середину. Посмотрим. Ага, вот она. И это не середина, это нить снаружи. Вот где я был неудачливым. Давайте посмотрим. Но мне это интересно. Тогда я вяжу эту кнопку и вяжу ее снаружи. Но в этот раз вяжем снаружи. Это, конечно, тоже работает, если я не поднимаю его. Вот что я хочу. И начнем с цепочки воздушных петель. Я думаю, что 5 или 6 воздушных маршей будет достаточно. 1, 2, 3. Увидимся. 5. 6, так что вы видите, это сразу становится довольно широким. Это, конечно, высота, которая лежит на голове. Я взял 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я возьму еще один для высоты, так что сейчас у меня есть... Вязала 7 воздушных петель, и теперь возвращаюсь к предыдущей воздушной петле. И делаю твердую петлю туда. Так что я один раз тяну нить, беру нить еще раз и тяну ее через. Затем снова возьми нить и пройди через. Теперь держите кулаки. А затем я вяжу это в твердые узлы до конца или до начала. Вот где я начал с моей воздушной цепью. И так быстро я потренировал 1, 2, 3, 4, 5, 6 лучших петель. Затем я беру еще одну воздушную петлю, переворачиваю все это и теперь снова пахну с другой стороны. Это значит, я включаю его здесь. Это узел. Маленькая плотная петля наполовину. Теперь... Пятая штукатурка. 5 и номер 6, как сказали. Это работает хорошо, но я бы вполне мог и поиграть в кегли с более большой иглой для кегли. Это сейчас хорошо для ободка, он получается очень компактным, но для шерсти он мог бы быть и пошире. Это должен быть крючок для вязания номер 10. Вы только что видели, как я соскользнул. Это довольно компактно. Итак, вернемся к теме. На сегодня все, увидимся в следующий раз. До следующего раза. Пока.
И вот я снова у последней неподвижной петли. Всегда 6 неподвижных петель в каждом ряду. Вы видите, все это становится супер разноцветным и действительно красивым неоново светящимся. Теперь я продолжу вязать и скоро дам вам обновление. Думаю, мы увидимся через примерно 20 сантиметров. Сейчас я покажу вам это вкратце. Как все это... Здесь, кстати, кнопка выброса сейчас ведет себя от сантиметров. Так как мы не начинаем с нуля, а начинаем с 6, я действительно начинаю измерять здесь с 10. И у нас здесь подготовься. Я уже рисую. Так, посадка продолжает смотреть. И... Да. Так что вы видите, я снова начинаю с 10 сантиметров. Будем в следующем эпизоде, а тех пор все научу в следующий раз. И я достиг примерно 31 метра. Так что у меня хорошее оценочное зрение. Это действительно примерно 20 сантиметров, которые я уже сделал. Что довольно интересно, у нас здесь немного эффекта цветового пулинга. Зеленый по диагонали. Здесь вверху между этим оранжевым... Вот и все на сегодня, до следующего раза. Слишком сильно, у нас здесь нет полного клетчатого узора, но уже формируются некоторые структуры. Очень мило. И у меня сейчас примерно осталось это... Двойная форма здесь. Я только что сняла этикетку Сие, потому что я действительно вяжу снаружи. Я катал клубок по местности и продолжаю подниматься до следующего раза. И вот я снова здесь следующим обновлением, и мы измеряем еще раз. Как я уже сказала, я начинаю снова с 10 сантиметров. Затем здесь наверху. И чтобы действительно достичь длины, которую я конечно, хочу... Конечно, мне это не нужно. Немного больше 60 сантиметров. Я ровно на 60 сантиметров, это значит, что я делаю еще один ряд и беру вас там до следующего раза. Нет рисунка. Оба длины, которые мне бы хотелось. Значит, я снова здесь регулирую 6 в ряд. Сейчас здесь... Еще раз. Еще одна воздушная петля сверху. Перевернуть и затем вязать обратно. До свидания. Пять. И два. Шесть. Итак, у нас здесь, значит, длина, которую я хотел, немного больше 50 сантиметров. Теперь я свяжу обе стороны вместе. Для этого я укладываю это так. И что я здесь с рабочей нитью с правой стороны. Кстати, шерсти осталось не так много, хорошо посчитали. И беру еще одну воздушную петлю. Затем вы будете проколоты сверху, и я вяжу все вместе. Просто и просто здесь проколоть. А затем один раз через каждую петлю и просто собираем вместе. Здесь мы снова видим, что все очень компактно, очень плотно. И тогда последний узел еще раз. Итак, я перехожу к действию. Вот это раз. Здесь у нас есть длина. Он находится прямо внутри у повязки. Я здесь вытягиваю петлю, которую я сейчас сделал. Один большой, чтобы это все не могло выскользнуть. Я обрезаю нить. Полностью вытягиваю его. У меня здесь конец и начало. И я могу связать их очень удобно сейчас. Конечно, может быть также, что они находятся на разных сторонах. Тогда это, конечно, нельзя сделать. Тогда они просто обычно вливаются. Здесь, как я сказала, связаны вместе участок. Начало и конец будут зашиты. Я поворачиваю все это на другую сторону. Я закрыл это кругом. И здесь, видимо, шов, который обычно будет задавать вопросы в затылке, почти незаметен. Оба нити, как уже говорилось, будут зашиты, и с этим готов обруч. Это, конечно, то, что мы определенно видим. Отлично.
толсто. Моя рука здесь действительно не проходит. Так что здесь нет дыр, весь текст действительно через это. Приятно согревает. И надеюсь, вам понравился мануал и было весело. Если это так, оставьте палец вверх, подпишитесь и активируйте колокольчик. И мы увидимся в следующий раз. До скорого. Привет, Вуля, до встречи, пока.